И снова здравствуйте, всем привет. Итак, в этом ролике хочу попробовать старую задумку. Не знаю, как она сейчас себя покажет, я еще не делал. В прошлых роликах я о ней как-то заикался, так что давайте посмотрим. Возможно, кто-то смотрел и вспомнит за эту штуку. Так, значит, давайте какую штуку замутим, да? Хорошо бы, значит, в сцене сделать... Давайте откроем Open... Так, не отдельно, а именно в сцену хочу пустить. Это Open и локация Сатир. Так, вот в этой локации сейчас замутим какую-нибудь штуку с облаками. Так, выберем вторую коллекцию. Вот это пока, значит, коллекции отключим. И добавим Shift A. Добавим Mesh, добавим план. А, не план, давайте Shift A, добавим Mesh, добавим... Так, куб. Семерка на NumPad. Так, G. Переведем его, значит, в центр. Поставим пивот в центр. G. Так. Второй, это значит план. Угу. Во второй коллекции, да? Отключим. Подкинем сюда, значит, add. Image. Image план. Так, а где я тут все это дело теперь затарил, да? Так, так, так. Don't load. Все для этого, для окружения. И откроем какие-нибудь облака. Так. Ну, давайте вот эти еще сделаем. Так, вот это вот большое облако. Так, что у нас тут получается? S. Тройка на NumPad. Выбираем. Подставляем, переводим вперед. Так, что у нас тут с пивотом? Приподнимем, значит, облака, сделаем S. Подальше. Включим видимость облаков. Выберем, значит, наш вот этот план. Зайдем в Edit Mode. Сделаем английскую, так, N-панель. Все вот это забываю и постоянно вам об этом говорю. Так, N-панель, видимость, то, что я буду нажимать слева. Английская M, Alt, Center. Так, и сделаем, давайте, два облака. Вот это, там дальние можно поделать. Давайте, так, G. Желтый. Вершину желтую перетаскиваем. И теперь, значит, Е. Погнали. Вот это все как-нибудь обведем. Можно чуть-чуть как бы с кантиком. Если кто-то умеет красиво рисовать, значит, облака, просьба, значит, все это дело накидать в группу, вдруг кому-то пригодится для каких-нибудь этаких делов. Потому что мультяшные, если делаете, допустим, вот мультяшный выходит у вас, мультфильм такой, да, то там уже облака нужны именно мультяшные. Так, с кантиком возьмем. Так, значит, сделаем сначала полностью вот это вот, вот это все облако.
Я хочу, чтобы вы принцип поняли. Я там уже облака кое-какие набросал. Так, Е. Здесь, значит, чуть-чуть у нас изгибы какие-нибудь попадаем такие. И вот большого облака у меня нет. А вот эти вот облака, они, в принципе, на одной, как бы, текстурке, да? Вот такой вот светло-синий. Вот нужно ее сейчас будет... Я там посохранил какие-то. Подойдут они по тону или нет? Так, что еще тут? Так. Е. Выбираем с кантиком. Чтобы красивые облака такие были. Ну и по белому канту, там уже можно разверткой, значит, поиграться. Так, тут вот доводим, значит, вот до энтого дела. Нажимаем через Shift еще одну вершину, M, и объединяем. Так, вот это вот не есть good. Чуть-чуть. Давайте как-нибудь помягче это все дело сделаем. Ну, как-то так-то. Так, вот здесь хвостик, наверное, все-таки чуть-чуть поострее сделаем. Так вот. Так, это будет у нас одна такая, значит, туча. Английская А. Делаем F. Все, закрыли ее. И вот такую тучу тоже сделаем. Теперь выбираем вершину, делаем Shift-D, дубликат. И погнали тут теперь этакое что-то поделаем. Так, ну тут я, наверное, на ускоренном, чтобы вас сильно не затягивать вот это словами, да, процессом. Так, нажимаем английскую А, опять же F, закрываем, и у нас получается вот такие две заготовки. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно зайти в UV Editor, единица на NumPad, и попробуем сделать так, Unwrap. Так, пробуем, здесь переключаемся, значит, вот в такой вид. Английская А. Так, так, так. Добавляем сюда новый материал. Add текстуры. Image текстур. Подключаем к Base Color. Находим вот эту текстурку, значит, где она у нас находится. Так, вот она. Так, смотрим, что у нас тут получилось. Так, UV Editor, и тогда вот здесь вот все сплюснуто, не есть good. Давайте пробовать тогда UV Cube. Так, вот это уже получше, делаем S, делаем, значит, G, еще раз делаем S.
и немножко опять же G. Так, чуть-чуть, наверное, уменьшим. Так, еще немножко подгоняем, ну, чтобы вроде как покрасивейше было, да? Заходим в layout теперь. Вот этот штукенцию можно теперь удалить. И вот у нас получаются вот такие облака. Но у нас их две, да? В принципе, неплохо. Можно тут добавить еще вершины, чуть помягче сделать. Можно их даже попорезать, подразделить. Потом как-то поднадуть. И вот увидите, что она тонкая. Если будет какой-то угол, допустим, то это будет некрасиво. Добавим модификатор Solidify. И давайте вот видите, как можем его надуть. Вот прям прикольно вот так. Так, Ctrl-Z. Попробуем, давайте еще немножко, возможно, порежем. Это Edit Mode. Так, попробуем подразделить Subdivide. Но это вершины только добавились. Нам это не надо. Опять же нож. И здесь уже можно вот таким вот макаром. Тут без разницы, какая будет сетка. Так. Ну, тоже плотную дюжить не надо. И, наверное, вот так вот. Раз. Трисами тут как-нибудь попереплетем. Это для того, чтобы можно было потом вдруг там как-то изменять, допустим, форму нашей вот этой, значит, как нашей тучи. Но опять же, тут много полигонов тоже можно, ну как, нежелательно делать, чтобы все было низкополигонально. Мультфильм-то будет, допустим, ну, не такой уж прям, как сказать, ну, мультяшный словом, да? Так, теперь, значит, К можно вот эту тучку как-нибудь тут попорезать. Так, ну, давайте вот так, потом вот сюда. Побольше так вот. Поширше полигонами засобачим. Enter. Ну и вот этот кусочек тоже К. Английское. Чуть-чуть дорежем так. Ну, чтобы можно было его тоже как-то тянуть, изменять. Возможно, пригодится. Не суть вопроса, конечно. Ну, эту не знаю, стоит делать. Нет, наверное. Так, ладно. Так, что теперь получается? Object Mode. Вот теперь попробуем с Solidify. Вот так. Попробуем Shader Smooth. Ну, чуть-чуть сгладилось. Не столь, конечно, прям, чтоб мягко. Ну, в мультфильме, думаю, будет смотреться нормально. Так, облака есть. Я тут сейчас еще предыдущие подкину. Файл, это значит сейв. Вот еще есть такие облака, тоже с другой картинки, уже маленькие. Эти неподеленные, так что я их сохраню сейчас в файл, значит, экспорт FBX, десктоп, облака. И заходим, открываем предыдущий проект, локация Satir, файл импорт и импортируем сюда FBX, десктоп, облака. Вот, рисунки вроде совпадают, все классненько. Так, это будут у нас большие облака, да? Давайте их G отодвинем в бок. Чуть-чуть различия есть, но мы их сейчас, так, эти отделим друг от друга. Edit, щелчок, L, английская P, Selection, это будет
уже другое облако. Так, Object Mode. Так, это будет дальние. Вот эти облака мы попробуем сделать сейчас дальние. Значит, S. Так, Ctrl Z. Выбираем через Shift их оба. S. И отводим куда-нибудь вдаль. Они посветлее, а эти как бы потемнее, да? И мы за них можем их вот так поставить. Допустим, вот. Как-нибудь вот так. А эти будут синие, значит, плыть на фоне вот этих вот облаков. Такие кучные, чтобы были, да? Эту можно S поменьше поставить, G где-то вот на перехлесте, чтобы притянить. В принципе, она как бы, ну, сходится. Так, эту тучку вот сюда поставим. Можно продублировать. Тут есть еще маленькие тучки, вот G. Можно их вот сюда вот куда-то поставить. Эту вот тучку можно где-то вот здесь забить. Ну, согласитесь, неплохо, да, так выглядит. Так, теперь что? Выбираем еще вот эту тучку, делаем Shift D, делаем S, уменьшаем, можно G, теперь можно R, и вот она теперь у нас совсем другая будет, да? Это значит S, мы ее можем подставить какой-нибудь туче, допустим, вот снизу как-то их тут наложить, чтобы, ну, цвет такой, перепады были. Вот она уже поприкольнее, вот эта туча. И если мы сейчас ее, вот эту тучку Shift D скопируем, поставим где-нибудь, допустим, вот тут, нам нужна лента такая с облаками. Так, эта туча уже вроде бы другая, в отличие от этой. Вот эту тучу можно как-нибудь даже сплюснуть. Вот она теперь у нас совсем другой формы получается. А эта теперь вытянутая. Эту тучу можно даже вот надуть теперь. Вот как-то вот так, там, я не знаю, поменьше. Так, теперь выбираем вот эту тучу. Shift D. Подставляем ее подальше, чтобы здесь была прореха такая. Как бы здесь будут маленькие тучки. Вот здесь вот, да? Вот здесь вот поставим Shift D длинную вот эту тучку одну. И как проходит большая часть туч, а потом уходит типа на малую, да? И вот эту тоже делаем Shift D. Отводим ее вот сюда. Возможно сделать ей как бы S. И где-то G. Ну, тут подставить. Можно ее чуть-чуть перекрутить. И надуть ее в другую сторону, да, так, еще больше перекрутить, во, и чуть-чуть растянуть, как бы, во, это уже будет другая туча, семерка на нампаде, делаем R, и мы сможем ее перекрутить, вот, это уже другой получается вариант, значит, ее можно еще G подальше как-то подставить, вот здесь, чтобы они стыковались, и вот эти маленькие тучки, Shift D, делаем тут по S, побольше G, потом Shift D, делаем ее где-то вот сюда, возможно. Ну, вот такой набор у нас, значит, вот этих туч. Так, сохраню я вот это дело сейчас, Save. Так, немножко поймаем, наверное, горизонт. Эту чуть кверху, и чтобы они как бы и к низу были, и прореха была цвета. Так, а теперь делаем вот такую штуку. Вот так все выделяем. Левая кнопка мыши. Потом вот эти тучки выделяем. И последнюю какую-нибудь делаем Ctrl-J. Все, это вот у нас одни вот эти вот. Один mesh теперь как бы, да. Привязываем к геометрии. Так, семерка на нампаде. Вытаскиваем все это дело на центр. Ну, как-то так, наверное. А ну-ка. Так, единица на нампаде. Нет, еще чуть-чуть
передвинем вот на эту тучу, подставим где-то по низу. Так, есть такая штукенция. Так, вот эти не надутые, ну, не суть вопроса. Так, теперь это добавляем курву циркл, делаем циркл прям побольше S. Как-то вот так, да? Ну, в зависимости от нашей, значит, как ее? От нашей сцены. Так, и, наверное, я еще какую штуку сделаю, да? Shift-D. Еще раз отведу. И теперь, наверное, семерка на нампаде. Перекручу вот эти вот тучи. Единица на нампаде. G. И уведу их в эту сторону. Вот так. Возможно, где-то их еще вот так застыковать, чтобы как бы цельная такая была. Уже видите, тут другая туча. Уже прикольная. Можно эти тучи обрезать, сортировать, соединять, там, ну, что угодно с ними делать. Так, теперь объединяем Ctrl-J. Так, опять же, выравниваем где-то середину, находим. Выбираем наш вот этот mesh. Так, вот здесь вот Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Вот эту часть семерки на нампаде, наверное, чуть вперед переведу. Ну, чтобы как бы лестничкой такой была порядочной. Туда-сюда. И теперь опять же объединяю. Делаем Ctrl-J. Перевожу, как бы нахожу середину. Выбираем модификатор, значит, курв. Выбираем нашу курву. И вот вы видите, что у нас облака легли, значит, на нашу вот эту курочку. Так, это есть хорошо. Значит, теперь Ctrl-Z. Единица на нампаде, но нам их маловато. Значит, нужно Shift-D. Давайте еще раз размножим. Объединим Ctrl-J. И подвинем ее, опять же, найдем где-нибудь середину ей. Ну, опять же, нажимаем на Bezier. И вот у нас заполнились полностью облака. Это есть хорошо. Семерка на нампаде. Теперь выбираем курву. Находим таймлайн. Первый кадр ставим. N. Смотрим, что у нас тут. Так, что у нас тут по локации? Ctrl-Z. Выбираем теперь облака, а не курву. И пробуем крутить. Во. Значит, ставим 0. Ставим 0. Ставим 0. Пробуем. Значит, прописываем по локации, по иксу прописка. И на 500-й кадр. Так, не в эту сторону, а в эту, в минусовую, да? Так, ну это много будет. Где-то ставим, давайте, ну, 20. Если что, потом можно будет переписать последний кадр. Смотрим, как все крутится. Вот она пошла крутиться. Нормально все. Вот облака у нас будут сцене крутиться до конца сцены. Но теперь мы находим, чтобы рывка не было, заходим в граф Editor, находим, где она у нас по иксу. Так, английская, значит, А, выбираем, жмем V, английскую, жмем вектор. Так, смотрим, вот теперь он будет однообразно крутиться с одной скоростью, да?
Так, здесь у нас просто переход изменен. Здесь повышенная, да? Теперь N панель, модификатор, добавляем. Так, генератор. И генератор чуть-чуть уменьшаем скорость. Вот 100. Вот у нас уже генератор больше. Но почему-то крутится в другую сторону. Не в ту, в которую я ставил. Так, это что у нас тут? Вот, это в эту сторону крутится. А при этом модификаторе лимит, циркл. Так, при циркл мне есть good. Генератор. И пошло все в другую сторону. Значит, все нормально. Только мы теперь перепишем, допустим, таймлайн. И последний кадр. Здесь ставим 0, Enter. И прибавим в эту сторону 20-ку. Прописка. Так, что? А, уже прописано, да? Нормально. Так она в эту теперь и крутится. Вот. Ядреные батоны. Значит так, теперь. Вот этот кадр delete. Здесь, значит, ставим 0, Enter. И все-таки в минуса, да, в эту сторону по X. И при этом модификаторе, о, здесь уже рывки пошли, не есть good, значит возвращаем на другую сторону. Ну хотя бы так пусть, да, надо разобраться еще с этими выкрутасами. Угу. Так, а вот граф Editor, да? Так, это нам не помогает. Во! Rusty Cringer в другую сторону. И, значит, но в другую сторону он уже медленно крутится. А ну-ка. R. Так, это он вообще не крутится. Ну, тогда заворот делаем побольше. И крутящий момент. Не, крутящий момент уже не прибавляется. Ctrl-Z. Только уменьшить. Так, а эту... О, пошла. Ну, вот это нормальная вроде скорость. Все, это дело, значит, закончили. Таймлайн. Так, я не понял. Вот это вот что такое? Это значит G. А, я ж там перекрутил, наверное, да? И эту G тогда. Так, а скорость стала меньше. Вот это вот почему такая штука? Коэффициент. Это нам не надо. Reset Start нулевой. End.
Ну, в принципе, скорость стала меньше. Ну, облака быстрые не должны течь. Так что Enter 0. Потом можно, если что, облака перевернуть, отзеркалить и попробовать еще там что-то перевернуть, да? 21 кадр в секунду нормально идет. Так, это таймлайн. Ну все, давайте присобачим это все, значит, к нашей сцене. Так, это наша сцена. Так, где тут еще у нас? Так, где-то тут еще, вот он, задний план. И на задний план давайте поставим вот эту матовую такую штуку. Так, десктоп, DVM, ага. Вот она. Так. Ну давайте проще сделаем вот так. Файл. Pink Messing. Download. И Bans. Все. Все настроено. Теперь что у нас получается? Облака поднимаем или опускаем. Сейчас, где у меня там камера? Ноль на камере. Так, теперь можно S это все, ну, чтобы на камеру не выходило, да? Так, и попробовать. Облака можно вот даже еще увеличивать. Их станет больше, они станут поплотнее. А ну-ка. 0 на лампаде. Во. И тогда получается что? Выбираем тучи, выбираем курву. И поднимаем уже по нашей сцене. Ну и смотрим. Отключаем видимость всего ненужного. И вот у нас вдалеке плывут облака. С промежутком. Вот с первого кадра они пошли. Ну ничего таки. Чем вам не анимация облаков, да? Все, всем пока, до свидания. Надеюсь, эта информация кому-нибудь пригодится.